Всем привет, друзья! Сегодня 28 августа 2024 года. Вот, сегодня Успенье Пресвятой Богородицы. Всех поздравляю! И вот сегодня делать решила первый раз в жизни цукаты из арбузных корочек. Вчера на ночь я вот так порезала арбуз и пересыпала, вот у меня получилось 3 слоя, песочком сахарным. То есть разложила, посыпала, разложила, посыпала. И смотрите, вот арбуз сколько отдал водички. Вот вместе с сахаром это вот сироп. И теперь в этом сиропе я буду варить эти долечки. Вот. До состояния такой прозрачности. Ну и потом уже вынимать и сушить. Дальше смотрим. Я первый раз делаю. Друзья, ну а вынимаю вот такие, когда они становятся арбузные такие, как червячки, прозрачные. Вот. Ну остальные пока что вот готовятся. Ну а готовые, когда высохнут, покажу. Должно получиться, я думаю, посмотрим. Всех обнимаю. Всего только самого доброго.